Привет всем друзьям и гостям канала «Все получается вкусно». И с вами Галина. Сегодня я буду готовить сладкий пирог с маком. Бабушкина салфетка. Замешивать тесто я буду в хлебопечке. 300 мл теплого кефира, 1 яйцо, мука, 1/4 чайной ложки ванилина, 100 грамм сахара, 2 чайные ложки дрожжей. Отправляю замешиваться в хлебопечку. И маковую начинку. У меня готовая начинка. Продается она в Магните. Высыпаю начинку и нужно залить ее горячей водой. Всего лишь 50 мл. И дать настояться 20 минут. Накрою ее блюдечком. Ну вот, тесто подошло, я смазываю маслом клеенку. Вот такое тесто получилось воздушное. Теперь нужно раскатать его. Смазываю его сливочным маслом. Теперь выкладываю нашу набухшую начинку. И теперь скатываю в рулет. Края защипываю. Вот эти края я отрезаю. Они нам пригодятся. И эти края вместе защипляю. И теперь ножом или ножницами вот таким образом режем не до конца. И один вот сюда выворачиваем. Один здесь оставляем. Один выворачиваем сюда. Теперь в серединку вставляю эти обрезанные. Вот так, в серединочку. Такие две розочки. Ну вот, сформировала я пирог и теперь оставляю его на 20 минут подняться. Пирог постоял, смазываю его яичным желтком и 1 столовой ложкой молока. Теперь отправляю разогретую духовку до 180 градусов минут на 35-40. Вот такой пирог получился. Мы любим, чтобы был зажаристый. И теперь я сварила сироп, буквально 100 грамм воды и 2 ложки сахара. Проварила его несколько минут. Вот и сироп. Пока горячий, смазываю его сиропом, чтобы он был блестящим, красивым. Ну что, попробуем? Посмотрите. Пышная, пушистая, весь он блестит. Благодаря моей глазури такой пушистый, мягкий пирожок. Аромат стоит, вы не представляете какой. Просто удержаться невозможно. Готовьте, друзья мои, такие пироги. У вас будет стоять такой аромат в доме. Дом станет таким уютным. До новых вкусных встреч. Пока-пока.